Привет, с вами Китикейт, и сегодня мы поиграем в милых малышей фруктов. Кстати, а ты любишь фрукты? Если любишь, обязательно ставь лайк, а мы начинаем. Ух ты, смотри, что у нас тут интересненького. Сначала откроем подарок. Ага, деньжата, лишними не бывают. Это очень хорошо. Ну-ка, ребята, разойдитесь, посмотрю, что там такое. Это же целая куча новых яиц. Давайте откроем все по порядку. С какого бы начать? А начнем с красного. Я о нем давно мечтала. Сейчас посмотрим, кто же там сидит. Ой, это слоник-гранатик. Интересненько, какой он будет, когда вырастет. Но мне уже нравится. Если тебе тоже нравится, лайк обязательно ставить ему не забывай. А я посмотрю, что там можно будет сделать с кем. Со слоником можно... Ага, для этого нужно еще одно яйцо. Да сколько ж можно-то? Ладно, сейчас покормим еще слоника и посмотрим, кто из него вырастет. А я пока приберусь немножко. А то как-то намусорили у меня опять малыши. Намусорили и наделали своих кексиков. Кстати, это да, это то самое, о чем вы подумали. Но сейчас уберем, и будет все чисто, красиво и прекрасненько. Ну что, слоник, ты готов вырасти? Готов, говоришь? Давай расти скорей. Смотри, какой он милашный, мне очень нравится. И появилась новая мини-игра, обязательно в нее поиграем. А я пока сделаю новое яйцо. А где у меня еще один малыш? Вот моя девочка, ягодка, пойдем со мной. Пойдем посмотрим, кого мы можем здесь сделать. Сейчас посмотрим, какое яйцо получится. Это же глаз дракона, или как там он называется? Да-да-да, тот самый фрукт. Ну что, давай немножечко поиграем и посмотрим, что за мини-игра появилась у нас сегодня. Ага, я знаю такую мини-игру. Это кидать в баскетбольное кольцо шарики. Правда, малыши любят в них летать. Это, конечно, немножко странно. Ой, что? Я промахнулась? Надо же, я думала, что у меня меткость на высшем уровне. Упс, совсем не на высшем уровне. А если так? Фу, получилось. Надеюсь, мне подарочек какой-нибудь дадут. Цветочки поставили. Ну уже хорошо. Неплохо, неплохо. Ладно, пойдем откроем второе яйцо. Предлагаю открывать по порядку, чтобы открыть все яйца и посмотреть, кто же там будет. В синем яйце, мне кажется, должна быть какая-то черничка. Каала, что ли? Интересно, почему она синяя? Непонятно. Может быть, куда-то на Северный полюс попала и замерзла. Ну ладно, давай расти, наша милая созданица. А я посмотрю, что тут заняты, чем другие ребята. А они тут хулиганят и шалят. Ну, как всегда, в общем-то. Они вообще у меня любят повеселиться, попрыгать, поскакать. Ой, ты уже снова проголодался? Быстро ты проголодываешься. Ой, такого слова нету. Ну, в общем, есть хочешь, быстро. Да-да-да. Да и ребята, кажется, есть хотят. Ладненько, сейчас всех покормлю. Только кексики свои не оставляйте. А то уж я больно не люблю их прибирать здесь потом. Ой, смотрите, наш малыш готов вырасти. Смотри, какой милаш получился. Если тебе он нравится, тоже ставь лайк. И не забывай подписываться на канал, чтобы следующие яйца открыли вместе с тобой. А давай-ка открою последнее яйцо. Интересно же, кто там будет? Там должна быть какая-то ягодка. Точно, ягодка, смотрите, у нее даже на голове ягодка. Это странно, но интересно. Я думала, она просто будет как малинка, а у нее на голове малина выросла. Подозрительно. Посмотрим, какая она станет, когда вырастет большой. Сейчас покормим еще немножко и будем наблюдать, что же там произойдет с нашей малышечкой. Сейчас, ждите, ешьте, только мусорить не надо. И разбрасывать свои миски, ну не надо же, говорила ведь не надо. Эх, малыши. Ну что, пойдем посмотрим. Смотри, какая ягодка у нас получилась, настоящая ягодная леди. Так, кто кексик оставил? Что за безобразие? Ребята, вы видели, кто кексик оставил? Я вот не успела заметить. Ладно, уберем уж. Неприлично как-то. И сделаем новое яйцо. Из двух ягодок получился какой-то орешек. Это странно. Непонятно, но пусть будет. Давай-ка пока нарядим наших малышей. А то что ж они у нас тут ненарядливые. В общем, без одежды что ли будут? Да, что-то со словами у меня сегодня какая-то проблема. Так, давай посмотрим, что у нас есть интересненького и красивого.
Так, я предлагаю ботиночки сразу надеть. Ну, правильно, правильно, правильно. Надо же и юбочку, и майку какую-нибудь. Маечки, маечки. А что у нас есть здесь из маечек? Слушай, у нас много вариантов. Остальное за рекламу. Жалко, конечно. Ну, давай вот такое сделаем. Мне кажется, миленько получилось. А где там моя ягодка? И слоник. Сейчас. Сначала сделаем наряд для слоника. Слоника-гранатика. Интересно, что ему подойдет? Может быть, платье какое-то есть подходящее? Сейчас посмотрим. В этом платье у нас уже кто-то ходит, а остальное за рекламу. Слушай, а может быть, вот это купить? Смотри, ну какое красивое. Мне кажется, отлично подходит для нашего слоника. Просто прелестно. Посмотри, какая красота, лепота. Кстати, можно вот такой синий бантик сделать. И ботиночки, наверное, надо. Как бы без ботиночек не очень прилично получается. А, давай такие же сделаем синенькие. Ну что, тебе нравится? Если нравится, лайк нашему слонику. Мне очень понравился его наряд. И еще один питомчик где-то у меня был. Ага, вот где ягодка. Прыгает вовсю, скачет и безобразничает. Ладно, ягодка, хватит прыгать. Пойдем уже наряжаться. Что-то она какая-то непослушная. Прыгает и прыгает. Пойдем, говорю, наряжаться надо. А то все уже в одежде, а ты одна нет. Ну что ж, давайте посмотрим, что подойдет ей. А может быть, ей штанишки наденем? Ха, слушай, как она умеет прыгать ловко. Сейчас посмотрим. Ягодные джинсики давай оденем. И рубашку, рубашку. Кстати, у нее есть синяя здесь рубашка, вполне ей подходит. Только под синюю рубашку надо еще маечку какую-нибудь. Ну, например, а можно, кстати, полосатую. Или желтую? Нет, желтую не надо. Давай полосатую сделаем. Мне кажется, хорошо ей подходит. И надо еще какое-нибудь украшение или очечки. Сейчас что-нибудь подберем, подходящее, так сказать. Так, может, ушки? Нет, ушки не подходят. Корона тоже так себе. И больше что, у нас ничего нету? Ну, ладно, пусть будет. Кстати, можно цветочек добавить. Вполне себе прилично получилось. Отличный нарядик. Ух ты, всех нарядили, всех накормили, со всеми поиграли. Надо бы еще ребят накормить, наверное. Потому что, мне кажется, кого-то я пропустила. Желтыш, ты кушал? Ягодка вроде кушала. Так, слоник точно не ел. И тебе надо дать еды. Сейчас всех накормим, всех напоим. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Обязательно ставьте лайки моим малышам, чтобы они были довольны и счастливы. А на сегодня все. Всем пока-пока. Я положу всех малышей спать. Пусть они немножечко отдохнут, подрастут и будут большими, красивыми молодцами. Так, а у нас есть еще кроватка? Вот еще одна. Отлично. Все будут спать. Всем пока-пока.